Проверили монополиста. Инвестиционная программа компании «Караганды-Жарык», утвержденная Департаментом агентства по регулированию естественных монополий, предполагает работы по реконструкции, техническому перевооружению и развитию электрических сетей. То, каким образом идет расходование средств, заложенных в программе, представителям Дарема и общественности монополист не только рассказал, но и показал. Сегодня экспертная комиссия во главе с представителями Дарема, а также Советом ветеранов энергетики и других общественных организаций посетили ряд объектов, которые модернизируются в рамках инвестиционной программы энергопередающей организации. Подстанция «Ботаническая» – крупный энергетический объект, который питает электроэнергией большую часть города. В рамках инвестпрограммы ее трансформаторная мощность увеличена в 2 раза, что позволит значительно улучшить энергоснабжение областного центра и даст возможность подключения новых объектов. Аналогичная работа проводится и на подстанции «Мелькомбинат». Здесь также полностью модернизируется все оборудование подстанции. Устанавливаются новые трансформаторы, что позволит увеличить мощность подстанции также вдвое, до 163 мегавольт ампер. А это уже улица Бадина. Здесь завершены работы по реконструкции распределительных сетей с применением самонесущего изолированного кабеля. В комплексе мероприятий заменены также опоры, установлены дополнительные комплексные трансформаторные подстанции. Сделано все, чтобы жители частного сектора Михайловки получили качественное бесперебойное электроснабжение. Уже 2 года ведется работа по приборизации населения. Новые электронные счетчики уже установлены более чем в 111 тысячах квартир города. Уже в обозримом будущем планируется 100% охват домов современными приборами учета. Они полностью подходят для использования в наших погодных условиях. И что самое важное, позволяет снимать показания дистанционно, без участия контролера. О том, как это происходит, рассказал специалист компании «Караганды-Жарык». Вот здесь все ТПшки, которые уже автоматизированы. Среди них находим мы... В данный момент находимся на 2292, вот она ТП. Мы сейчас включаем этот ТП и включаем программу. До Я включил, вот он снимает уже данные со всех счетчиков. Процесс уже пошел. Да. В завершении объезда представители Департамента агентства по регулированию естественных монополий заключили следующее. Как убедились члены комиссии сегодня, в принципе, деньги расходуются на хорошее дело. То есть деньги никуда не тратятся на нецелевые расходы, то есть идут именно для потребителей, для улучшения, для модернизации монополистов и для, в конечном итоге, чтобы потребитель не сидел без света, не сидел без услуг. Представители ветеранов энергетики и члены экспертного совета ходом реализации инвестпрограммы остались удовлетворены. Большая работа проведена компанией «Караганды-Жарык». Мы видим, что модернизация и реконструкция подстанций и распределительных сетей уже приносит свои плоды. В тех районах, где всегда были проблемы с электроснабжением, там, где подобные работы не проводились десятки лет, жители забыли, что такое низкое напряжение и постоянные перебои с электричеством. И я думаю, что это не предел.